Что, рачишка, YouTube платить перестал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин. Деньги нужны. Сам знаешь, Warface хочу вернуться. А как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком. Это я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Статку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу, май! Работа подождет! Понятно. Как я понял, этому багу 100 лет в обед, он уже... О, он вообще с PS-ки перекочевал, по факту. Вот он там на PS4 4 года кочевал своим ходом, работал. Ну что ж, Allodin Teams пришел, ты тоже свое дело теперь. Ну понятно, сейчас... пришел Allod, пришел со своими фиксами. Да, как раз там же вроде бы Миша Хаймсон хвалился, то что якобы какую-то теперь новую оружейную систему оттуда ведь они перековырят. Ну то есть эти вот скины на пушки, то эти вот, которые там калаш, например, там 47-й с этими... Я понял. С руками этими, типа, вот от скелета. Оттуда это все перекочевало. Да, и это, естественно, говнище теперь оттуда в отечественный наш сюда. И что самое тупое, вон там 4 года, как этот пах уже работает. То есть он там давным-давно уже живет своей жизнью. И то даже трогать даже что-то его не думал никак. Понятно. Никак. Но я в таком виде передам это админам, вот такой прямо. Добро? Да я то же самое сейчас сделаю, только сначала... А QR-тестеру, а потом, возможно, сейчас еще и напрямую тогда парину там, как получится. Так, я не понял, а что это только что было? Это, дорогой мой друг, был разговор с одним человеком, у которого весьма много информации по внутренней технической составляющей игры, и он рассказывал мне, как багают комнаты. Вот как это все происходит, все вот это фризит. Я это, конечно, все вырезал и оставил кое-что, чтобы все понимали, о чем шла речь. Он рассказал, как комнаты багаются, полностью механику. Разговор состоялся, кстати, в середине мая. И всю эту информацию и я, и он передали администрации и разработчикам. Да. А воз и ныне там. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин и капитан Очевидность. Сегодня разговор у нас бомбящий, глубокий, системообразующий. В Warface наступила эпоха Allodus. И эпоха эта ознаменовалась полным Количество багов просто зашкаливает, ну серьезно. Белые лица у персонажей, герои-жирафы, фриз в комнатах. Краш на РМ, не так давно вы даже могли видеть это на моем стриме. Ребятам не понравилось, что они проигрывают, и они там, в общем, быстренько тудым-сюдым, и все вылетают, как будто боя и не было. И это только малая часть появившихся проблем. Ой, Букентий, можно подумать, раньше не было багов и лагов. Капитан Очевидность, я согласен, что проблемы были и раньше, но давай будем честны, таких и в таком количестве не было никогда. А уж наиболее острые, реально существующие баги фиксились, ну, хотя бы за одно обновление в течение месяца. Но чтобы разработчики узнали о проблеме в середине мая, а людей... продолжали насиловать в середине июля, это, извините меня, нонсенс. И это я молчу уже про то, что игра утеряла саму себя. Каким мы привыкли видеть Warface, каким мы его полюбили, я полюбил, вы полюбили, большинство из вас. Это был чистокровный милитари-шутер, где бойцы в реалистичном камуфляже, в реалистичных костюмах военных сражались друг с другом. Да, конечно, был легкий футуризм, но он был умеренным. И это создавало, знаете, какую-то общую прекрасную картину игры. Нет, не подумайте, я не из тех, кто против мультяшной графики или фэнтези или фантастики. Я, например, с огромным удовольствием играю в Apex Legends и люблю Skyrim. Но понимаете, если вдруг в Skyrim начнут ездить танки Т-72, игра как-то прямо станет не очень приятной. Не то пальто. Вот так и в Warface. Здесь нафига нам эти кочевники, сука, это инопланетянин какой-то. Это какой-то фэнтези-персонаж, которого выдернули из Fortnite и поставили в Warface. У нас даже сет смотрится бредово. Не то, что уж эти космические герои и странного вида камуфляжа на пушке. Такое ощущение, что пушки тоже украли то ли из Fortnite, то ли еще откуда-то оттуда. Может быть, из какого-нибудь Genshin Impact. Ну согласись, игре нужно разнообразие. Да, капитан Очевидность, разнообразие действительно, друг мой, должно быть. Спецухи у нас, прямо скажем, не очень людям заходят. Люди туда ходят исключительно, чтобы получить награды. Им плевать на геймплей абсолютно.
А лодусы могли прийти и наконец-то возродить ПВЕ. Или сделать какой-то гибрид между спецухами и ПВЕ. Простые легкие миссии с красивыми пейзажами. Чтобы люди приходили, новички, чтобы старички отдыхали от всей этой игровой рутины. Да или просто от жизни придя после работы. Вот что люди любили в этой игре. Вот что им, сука, нужно было. Вот оно разнообразие. Но судя по последним тенденциям, я думаю, что новую хотя бы спецуху даже мы увидим не раньше, чем через полгода. Да, друзья? А что? Действительно? Ну, правда, вот скажите честно, я друзей спрашиваю, Сокланов, Костяна, Медиума, всех коллег своих ютуберов. Ребят, а вам нравятся спецухи? Ну да, типа мы на них бегаем. Я говорю, ребят, а если награды нахрен все убрать, вы будете бегать? Все как один говорят, нет, конечно. Ну, конечно, конечно, серьезно, ты идешь на ПВЕшки, там людям что, короны нужны, они по 5 раз одну и ту же спецуху этот, ПВЕшку проходят. Они даже не пушки набивают многие, им просто нравится. Им нравится полететь на вертолете, пострелять ботов, посмотреть на эти пейзажи, там какой-нибудь Восток, еще что-нибудь. Раньше у нас прекрасные Балканы были, да, и как-то вот помедитировать, понимаете, это же особая атмосфера, на своей волне побегать, пострелять ботов без всякого напряга, это было охрененно, это было супер, да, были тяжелые, были как бы профи, потом у нас даже там белая акула марафон, извините меня, на дип тот еще, и для всех все было, это было здорово. А сегодня игра превращается в странную такую, знаете, вторую работу для многих. Я не люблю спецухи, я хожу туда только для того, чтобы получить награды. Я в принципе не люблю ПВП, я хожу туда, чтобы прокачать боевой пропуск. Да нахуй хер тебе боевой пропуск? Зачем вообще играть в игру, если ты заходишь в нее только для того, чтобы прокачать боевой пропуск? Вот она проблема. Игра перестала быть само собой. Понимаете? Да в игре не должно быть даже как бы, это не обязательный элемент. Боевые пропуски, награды. В игру должны играть, потому что она нравится, сука. А лодусы, вы можете все изменить, как бы, понимаете? Просто поймите эту вещь. Это вот самое главное. Да неужели во всем и везде стало хуже? Нет, блин, лучше стало. Кэп, сам подумай. Ну ладно, ПВЕ там, понятно, фэнтези тематика, хотя это полная жопа. Ты наш онлайн видел? Видел это, да? Ты это видел? Вахуй просто. Это я еще молчу про киберспорт. У нас все самые такие личности, известные звездные киберспорта, они свалили все из Warface. Ну как бы, а зачем он нужен, действительно? Там действительно для них все сделано. Там киберспортивным организациям разрешают своих спонсоров продвигать, свои футболочки делать с надписью, там, не знаю, Siemens. Там нормальные коллективы, там зарплата, там реальные перспективы. Там проекты, которые будут жить еще очень долгие годы, и практически у всех у них онлайн будет за 100, 200, а то и 300 тысяч человек. Одновременно. Там будущее, там жизнь. Но в принципе большинство вообще этот киберспорт, по-моему, не интересует до сих пор. Поэтому опустимся на землю и посмотрим на наш прекрасный класс снайпер. Как ты задолбал с этим снайпером? Я знаю, что я задолбал, но это правда. Игроки просили, ребят, ну пофиксите снайпер. Ну не так, чтобы прям убить его, но сделайте его сбалансированным, нормальным. А лодусы пришли? Да не вопрос! Чей так жало? А на подходе у нас еще более имбовая штука. Да. Так вот, ответь мне, Кэп. Действительно, неужели все так плохо? Критикуешь? Предлагай. А предложу, а не вопрос. Я не только критиковать умею. А лодусы, я предлагаю вам, знаете, что сделать? Я вам предлагаю сделать, скажем так, рестарт проекта. Потому что на данный момент он находится в такой глубокой жопе, будем честны. Если раньше мы говорили, Warface умирает, да, мы все умираем. Каждый из нас, каждый день мы умираем, мы становимся на год старее, потом еще старее, но это нормальный естественный процесс. А вот то, что происходит на данный момент с Warface последние, наверное, полгода, это, понимаете, не постепенное старение и умирание. Это напоминает ситуацию, когда твоя машина пробила ограждение и с моста летит вниз, в пропасть. Это примерно то же самое. Поэтому я предлагаю разработчикам анонсировать Warface 3.0. Да, именно так. Поднять ажиотаж. Сказать, ребята, мы изменим многое. Но пусть это будет сюрпризом. И внутри студии, пока клепать эти, ладно, там, пушечки, все, готовить глобальное, именно глобальное обновление 3.0. Готовьте его там месяц, два, три, там, вот чтобы к осени, когда как раз самый пик игровой индустрии начинает все это бурлеть, говно вот это все, чтобы вы прямо тут выстрелили, вот тогда вы действительно сможете, и чтобы новости и все. А предлагаю я следующее. Первое. Полностью в этом обновлении должен быть изменен РМ. Как вы его будете изменять, что будете изменять, да насрать, просто играть в один и тот же РМ несколько лет подряд, людям тупо надоело. Второе. Ввести отдельный режим соло РМ. Я говорю не про тех игроков, которые будут соло запускаться с другими соло-игроками. Нет, я говорю про рейтинги в соло-режиме.
И мне кажется, наиболее хорошим будет режим выживания. Достаточно популярный, менее, может, рандомный, нежели, скажем, мясорубка. В какой-то степени тактический, стратегический, стелс и так далее. Это будет интересно. Пусть там тоже будут рейтинги. Многим просто очень зайдет. Я вам просто серьезно вам говорю, ребята. Соло, отдельный соло рейтинговый режим, это будет супер на выживании. Люди скажут вам огромное спасибо. И поверьте, еще многие вернутся из тех, кто ушел. Что касается баланса классов, я предлагаю вам сделать следующее. Я не знаю, будете вы балансировать снайпера, не будете, уж хрен бы с ним, пусть как есть, только я вас прошу, не надо добавлять имбо-болтовки в будущем. Типа читака, которого нигде не слышно, непонятно откуда он стреляет, да еще и с хорошим темпом, с хорошим зумом. Просто в будущем как-то старайтесь все нормальное такое, умеренное делать. А самое разумное, что я вам сейчас предлагаю, это, как ни странно, вырезать класс инженер. Точнее, не совсем вырезать, а соединить его с классом штурмовик. Ведь самые два проблемных класса на самом деле у нас, что касается баланса, это инженер и штурмовик. Как только кто-то из них начинает доминировать, второй становится полным говном. И так было всегда. Переработать все с этой броню все на один класс. Пусть он называется штурмовик. Этот класс может ставить мины, может давать патроны и может латать броню. Все пистолет, пулеметы и штурмовые винтовки, а также пулеметы пусть будут у него. При этом из игры необходимо, я считаю, жизненно необходимо, дабы сохранить ее. Вырезать класс сет и все эти фантастические скины. В качестве компенсации можете дать людям какое-нибудь уникальное оружие или накинуть кредитов, которые они потратили. У нас получится почти идеальный баланс, пусть немного дисбалансным снайпером, но у нас будет охрененный штурмовик, который ставит мины, который быстро обезвреживает бомбу, который, в общем, он охрененен, дает патроны, у него пистолет-пулеметы, автоматы, штурмовые винтовки, все у него есть. У нас есть медик, и в общем-то все. Три класса, но они более-менее будут сбалансированы. Не будет постоянного бурления говна и жалоб, что какой-то класс слишком слаб. Потому что три класса, и все будут плюс-минус нормальными. Следующее, это никаких отступлений от изначальной концепции, от изначального сеттинга Warface. Warface — это military shooter. Именно так. Фэнтезийные побрякушки либо убрать, либо переделать под милитари стилистику, милитари тематику, как и скины. Все должно быть про более-менее реальную войну. Это не моя прихоть, это особенность игры. Такой ее полюбили. И если вы будете действовать иначе, ну, увидите, что будет. Наконец-то вернуть ПВЕшки или какой-то гибрид между спецухами и ПВЕшками. Факт состоит в том, что в спецухи люди играют не потому, что им нравится геймплей, а потому, что им нравятся награды. Это порочный путь. ПВЕшки, соответственно, давно не делались. Надо же делать какой-то гибрид между спецухами и ПВЕшками. Геймплей как на ПВЕшках. Спокойный, бежишь, нагибаешь. Все не напряжно, все легко, хорошо. Но есть разные сложности, можно и попотеть. Будет идеально. Ну и, конечно же, это работа с багами. Потому что работа с багами, ну, извините меня, это... В этом и есть весь Warface. И пусть вы не можете поправить или долго правите какие-то мелкие баги, но я вас очень прошу, действительно серьезные, критические баги, когда комната лагает, когда кто-то может по своему желанию ее закрашить, целый рейтинговый матч, или еще какая-то жопа такая происходит, это точно надо фиксить. Это, собственно говоря, единственное, о чем я сегодня хотел поговорить, хотя на самом деле поговорил, как вы видите, я о многом. И я надеюсь, что наши разработчики и наша администрация прислушаются, потому что... Мне кажется, ребята, уже действительно пора. Если честно, уже поздно. Надо было делать вчера. И я надеюсь, что все-таки вы меня услышите. И спасете хотя бы то, что есть.